В Ульяновске состоялся массовый заплыв дружбы. 25 энтузиастов из Ульяновской области, Республики Чувашия и Пермского края преодолели дистанции на Волге при температуре воды плюс 2 градуса по Цельсию. Длина маршрута по ледяной воде для каждого участника варьировалась от 50 метров до полукилометра. Пронизывающий ветер при температуре воздуха минус 12 – непростые условия даже для опытных моржей, признавались участники. Их возраст от 20 до 60. По условиям прохождения дистанции находиться в воде можно было не более 20 минут. Тех, кто устал или замерз, подбирали катера МЧС. Свет, как? Замечательно. Ой, как себя чувствуете? Очень хорошо себя чувствую. Вода как? Все нормально, вода такая бодрит, все приятно. Уже через неделю Волга покроется льдом, и, как признались опытные участники, ульяновские условия оказались вполне комфортными.